Конечно, скажу. И построже. Хорошо. Ты совсем офигела? Мать позоришь. Я приду сейчас домой, я папа скажу, как ты себя ведешь in school. Понятно? Сори, я разошлась немножко. Я вообще-то думала, вы ее налупите! Вы что, Грэзи? Если я ударю дочь, соседи пожалуются и обратятся в опеку. А если ты еще раз так сделаешь, с тобой будет то же самое, что и с ней. Понятно? Да. Нет! И никакого телефона тебе! На моем райончике только мои правила. Ты поняла? Понятно? Здравствуйте, сегодня в выпуске. В деревне Курцево открылся новый детский сад «Тополек». Мам, что к тебе вызывает в школу? Я не пойду, у меня много дел. Мам, я окно разбил. Да хоть всю школу взорвал! Я 5 лет не сдавала на штор туалетную бумагу, я не пойду туда. Эта старая маразматичка меня не увидит до твоего выпуска. Я знаю, что вы дома! Это она! У вас задолженность перед школой 36 536 рублей! Мне надо бежать! С первого класса! Неважно! Бежи, где документы? А что в этом году вы ни разу не сдавали туалетную бумагу? У нас 2 класса, поэтому... Бежи! Заводи! Хорошо, что зима! Сугробы! Мам, ты чего? Поговорим позже, до следующей! Сорочка! Почему мы в подвале? Потому что здесь она нас точно не найдет. И мы долго будем тут сидеть. Это глупо. По моим подсчетам, через 25 лет она должна умереть. Ну или просто дождемся каникул. Я есть хочу. Не переживай, я взяла с собой оливьюшечку. С Нового года. Что ж я зря тазик резала? А еще в этом году мы скидываемся на интерактивную доску! Раз, два, три, четыре. USA. Hello, мама. USA. А что у нас на обед? Hello, доченька. А на обед у нас доченька. Вкуснейшее пюре, свежая батата. И у нас соус из брокколи. И готовые котлетки. Ну что, будем есть здоровую еду? Нет, конечно, доченька. Я прикольнусь, прикольдесно. У нас сегодня бургеры. Уи-ха! Уи-ха! Е-е-е, наши фастфуд! И-ха! И-ха! Стоп, мам, а это тогда кому? Камон, доченька, скорблю твоему отцу, your father. Oh my god, crazy, ты чё? Он забыл про нашу годовщину. Мам, я есть хочу. Ой, прости, сынок, я только что доела. Мам, я хочу нормальную еду. Ну, съешь салат. Мам, он остался с Нового года, а сейчас уже февраль. Я что, резал целую ванну оливье на Новый год? Мам. Я же сказала! Ой. Мам, мне надоели эти VR-очки. Есть что-нибудь покруче? Есть. Я купила новое обновление. Супер виртуальная реальность. Вообще перформанс. Она настолько крутая. Cool. Что по сравнению с ней обычная вот эта вот реальность.
Вообще фигня. Вау, включи скорее. Но взамен ты будешь сидеть с сестрой. Sister, весь holiday, весь выходной. Ну вообще, может быть, вообще весь месяц будешь сидеть с ней. Идет. Забираю. И магический magic способом включаю. Готова увидеть просто взрыв мозга. Ага. Пью. Они реально как настоящие. Да. Но это игра в реальной жизни. У тебя все одно сердечечко. Смотри, а ты еще станешь призраком гнезд. Тебе еще сидеть со своей сестер. Что? О май гад, ты что творишь? О май гад! Не, я передумала! Мам, у всех моих друзей есть VR-очки, я тоже хочу! Я вообще тоже много чего хочу! Ладно, сейчас! Ты что, правда купишь? Лучше купить любой дурак можно. Сейчас мы сделаем тебе такие VR, всем VR. А теперь поехали, живо, живо, на чем прострелим? Превысили скорость и разбили патрульную машину. Было прикольно, мама. Я вам не мать, вы арестованы, молодой человек. Да хватит, мам. Не подчинение, оно все, пошли в обезьяне. Мам, голову уже хватит. Сиди, хорош, мать. Пока, сыночек, я тебя буду навещать. Can you say sports? Newspaper? Okay, okay, post, Bangkok sports. Окей, окей. Мам, дай денег. О май гад, доченька, я же тебе сегодня добавила на карманы расходы. Ну вот я их и разрасходовала. Да еще. О май гад. О май гад. Ну уж нет, Минечка. Ну мам, мне нужны деньги. Знаешь что? Найди себе работу, джоб и постриги, я не знаю, там, газон. Но на улице же зима. Стриги снег! О май гад! Ну хотя продай что-нибудь своих ненужных вещей. Устрой распродажу. Сейл. А это мысль. Устрой гаражную распродажу. Гараж сейл. Подходите, покупайте, барахло забирайте. О, это почем? $3. А это? Это 5. Ох ты, какая машина! А это почем? Плачу любую цену. Давно такой мечтал. Ух ты, $500. Беру. Вот лопух. Мне этих денег на 2 месяца хватит. О, доченька, я смотрю, твоя продажа полный успех, да? Столько money, вау! Ага, просто надо уметь зарабатывать. Вау! И что же ты продала? А, да всего лишь твою машину. Машину мою, да. What? My car? My car? My car? Я купил машину! Police! Police! Help my mom! A stop woman! A man stop! My God!
тебе. Я тебе чай печатаю, что ли? Ты уже здесь. У меня есть кое-что лучше денег. Денежное мыло. Чего? А что у тебя с лицом? Ты что, не знаешь, что в них деньги можно найти? 100 рублей, 5 тысяч, 10 тысяч матери отдать потом. Ты же везучий, бери. Удачи. И это тебе за день рождения. На день рождения ничего не проси. Доченька, я же тебе сегодня давала. Господи, почему у меня такой дебильный голос? Hello, доченька. Я забыл, что говорить. Ты забыла. Или вот это батата. Я зачем батата, кстати. Нет, конечно, доченька. Я приколдесно прикольнулась. Чего ты ржешь, ты в России? Happy New Year. Happy New Year. С Новым годом. Я что-то хоть в Юнска, да? Деньги спасайте! Снимите! Снимите! USA! Люблю Америку! Покажи свои красивые кожаные штанишки. My car! My car!